Всем добрейшего настроения. В Москве сейчас минус один. И по ощущениям зима. Нам ночью снежок завезли. Посмотрите, как побелело. Вообще очень удивительно, конечно. И это уже не первый снег в Москве. У нас уже два раза был. Но он не ложился, как бы сразу тает. Ну и этот, в принципе, растает. Потому что в среду нам обещают плюс 12. Божечки-то мои. Вот. Я поэтому не стала доставать зимнюю куртку. Думаю, подожду, пока устаканится. Мне, в принципе, и в этой норме. Вниз кофточку надела. И нормально. Вот. Еще я что-то превратилась вообще в такую Соню. Это мне прям вот... Вот прям положите меня, я буду спать, наверное. Нет, сейчас нормально. Вчера я прям целый день. Несмотря на то, что я встала поздно. Ну, не помню, во сколько часов 9, наверное. Я целый день ходила сонная. Легла спать пораньше. Сегодня с утра встала, проводила маму в 7 утра. И обратно легла спать.